Самаре продолжается масштабный ремонт проезжей части. Очередной большими картами, это когда перестилают полотно свыше 100 погонных метров, сегодня принимают в Куйбышевском районе. На сей раз внимание проверяющих приковано к трем городским магистралям – улицам Белорусская, Шоссейная и Народная. К их ремонту подрядчик приступил в начале лета. Здесь полностью перестелили дорожное полотно, после чего взяли пробы асфальта. Контроль за выполнением работ ведутся специализированные организации с применением лаборатории соответствующей. По результатам выполненных работ проводятся испытания асфальтобетонной смеси и кернов из покрытия. По поручению губернатора и главы города к приемке дорог привлекают общественность. Жители близлежащих домов в целом ремонтом остались довольны. Дорога вот эта, вот, которая является основной практически Новокуйбышевский, Гранна ездит, новый объект Волгарь вот здесь вот у нас, они практически всегда были на уровне пешеходных тротуаров. А сейчас настолько высоко подняли вот пешеходные тропиночки, бордюр. Это очень удобно для пешеходов. Тем временем дорожные работы продолжаются и на других самарских магистралях. Ведут их преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению и не создавать дополнительных неудобств водителям. Всего же до конца лета реанимируют около 70 автодорог областного центра. Это примерно 20 улиц и важная городская артерия – Заводское шоссе. В основном это деньги областные, это деньги федеральные. Но это справедливо, потому что в городе сосредоточена основная масса машин. Где-то 450 тысяч машин у нас зарегистрировано. И вы понимаете, что вся область приезжает в город. И совершенно справедливо, чтобы транспортный налог в большей части расходовался на наш город. Потому что мы лицо губернии, мы именно принимаем чемпионат мира 2018 года. Гарантия на отремонтированные дороги 2 года, в течение которых подрядчик обязан устранить все недочеты за свой счет.